выдвинутая перед русским бастионом, батарея постоянным огнем досаждает союзникам. Полевое шестифунтовое орудие под командованием морского офицера методично обстреливает осадные работы союзников, нанося им чувствительные потери. Союзники формируют отряд добровольцев, который внезапной атакой должен захватить русскую батарею, разрушить ее укрепление и заклепать орудие. Скрытно подбирается отряд вражеских солдат. Союзники решают захватить русскую батарею внезапной атакой группы отборных солдат-добровольцев. Практически без выстрелов они бросаются на батарею и в короткой схватке пытаются ее захватить. Захватывают. Все кончено. Орудие захвачено. Командир погиб. Атака была слишком внезапной. Русские солдаты не успели подготовиться к обороне. Тем временем союзники хозяйничают на батарее. Над батареей развернуто французское пламя. Французские артиллеристы выдвигают вперед легкое орудие. Французские артиллеристы четко по команде заряжают орудия и стреляют. Они посылают снаряд за снарядом в сторону русских траншей. Стрельба из пушки, заряжавшейся с дула, требовала сгладности всего расчета. Каждый солдат исполняет одну команду. Тем временем союзники продолжают свою деятельность. Стрелки ведут ружейный огонь. Батарея отбита. Ура героическим защитникам севастопольских бастионов! Дорогие севастопольцы и гости нашего славного города-героя, только что мы с вами стали свидетелями одного из эпизодов 349-дневной героической обороны Севастополя. Этим событием посвящена Севастопольская панорама. Но тем и отличаются реконструкции боя от настоящих сражений, что командир может дать команду «убитые встать» и объявить об построении групп военно-исторической реконструкции.
вы не портите нам это.